Здравствуйте, друзья! С вами Владимир, закоренелый деревенщина. И это рубрика «С чего начинается пасека?». Подготавливаем амшанник к заселению пчел. Так как это помещение не было раньше амшанником, сейчас мы ему запеним пазы. Чтобы как можно меньше выходило воздуха теплого. В этом году установим улья только пустые на низ. Стеллажи делать не будем. Ниже еще? Ну ниже там мокрое. Перед запениваем, смачиваем стены водой, чтобы лучше прилегала пена. Ну вот, бревна мы пропенили. Завозим пустые улья, которые будут в этом году вместо подставок. У нас их хватает на следующий год. Они будут под пчелами. А это наш сторож Бантик. Всегда на чеку.
долгий и невозможный. Примерно вот так будут расположены улья с пчелами. Эти улья пустые. Их поставили для того, чтобы примерно знать, как у нас войдут ульи. А потом будем думать, как делать стеллажи. Но это уже к следующему году. А нынче пасека станет так. Пасека готова к переезду в Амшальник. Два улья в обоих рядах крайние поменяют свое место, так как им там не место, пчелы развиваются не ахти. Вот этот улей с поржавевшей крышкой тоже поменяет место. Следующий улей после зеленого тоже поменяет свое место. В нем заселена карпатка, но она как-то плохо развивается. Дадим ей еще один шанс на улья. С этого места мы уберем. Улья с пчелами заняли свое место. Теперь на время зимовки они будут здесь. Ни крышки, ни утепления я с ульев не снимаю. Как они стояли на улице, так они будут стоять и здесь, в Амшальнике. Практика показала. Это не ухудшает зимовку. Какую роль играет Амшальник в моем случае? Сами видите. После уборка ульев с территории тачка. Тачок пустой. Это мне позволяет на следующий год переставить улья по-своему. С учетом неблагоприятных зон. И навести порядок на тачке. Улья мне мешаться не будет. Дополнительно мы произведем ревизию подставок под улья, которые подгнили, мы уберем. Ничто нам мешать не будет. Ну и пчелы будут находиться в условиях без перепада температур. Корму им хватит. Они будут находиться в темном помещении, и ничто их не беспокоит. Вот сложены аккуратно подставки под улья. Все прибрано. Осталось только скосить траву, но это мы будем весной делать. И перемещать места будущей стоянки пчел. Подведем итог. Для меня Амшальник — это не сохранение пчел,
якобы благоприятных условиях. Я отлично знаю, что пчелы могут зимовать и на улице. Только для этого им надо создать условия. Но я, пчел, переношу вам шанец. Потому что на пасеке, на точке, каждую весну есть работа. Работа эта зависит от увеличения количества ульев. А увеличение количества ульев предусматривает расстановку каждый год ульев по-новому. Также ревизия, как я говорил, подставок. Сейчас подставки у меня просохнут. Они не будут стоять в сырости и гнить. И прослужат намного дольше, хоть и деревянные. Дополнительно перенося улья в амшанник, мы определяем, в каком улье меньше корма, в каком больше, не беспокоя клуб. Это берем на заметку и хорошо отслеживаем в течение зимов. Так как мои улья не будут заносить ни снегом, ничем, в амшаннике я им могу создать благоприятную температуру и подкормить, если это потребуется. Удачной зимовки всем. Подписывайтесь, если мои видео полезны вам. Заглянем снова в амшанник. Как вы видите, как я уже говорил, я не снимаю крышек, не утепление. Литок открываю нижний, только на одну пчелу. Почему я это делаю? Просто пчел я обезопасил от нашествия мышей. Потому что мыши бывают хитрые и не всегда их поймаешь в ловушке. Периодически я открываю литки в процессе зимовки и подчищаю донья. Вы это увидите в дальнейших видео, которые я буду изредка выкладывать в рубрике «С чего начинается пасека».